ребята, всем привет! Сегодня мы продолжаем распаковку скрепышей ТОП. В прошлом видео нам не попалось ни одной повторки, и мы собрали 11 скрепышей. И еще 9 бумажных. И 2 антистресса. Ластик, давай уже открывать. Начнем с секретных? Нет, Ластик, начнем с обычных. Давай, только без повторок. А это как получится. Ой, что это? Такая доставка у меня уже есть. Да, Ластик, сегодня в первом же пакетике тебе попалась повторка. Давай следующий. А здесь что-то новое. Ух ты, это же матрёныш. И в моей коллекции уже 12 скрепышей. Ластик, это еще даже не половина. Ребята, а сколько скрепышей ТОП собрали вы? А мы продолжаем распаковку. И теперь откроем бумажные пакетики. И здесь у нас скрепыш не обязан. Ух ты, это мой любимый скрепыш. Давай приклеим его в альбом. Не дам, он мне нужен. Отдай. Не обязан. Еще один бумажный пакетик. Секретный? Бумажный. И здесь у нас козляш. Прикольный козлик в солнечных очках. Маша, а помнишь, что ты мне обещала? Конечно, Ластик. Вот твои очки. Давай примерим. Круто я выгляжу. Да, Ластик, теперь вы с ним похожи. Маша, а что значит go at? Ластик, вообще-то это одно слово. Какое? Goat? Ой, сними это с меня скорее. Да пожалуйста. И мне срочно нужен антистресс. Подожди, козляша еще нужно в альбом приклеить. А вот теперь антистресс. Вот Ластик. Ой, да что же это такое? Опять он. А что тебе не нравится? По-моему, прикольный антистресс. После такого антистресса мне срочно нужен второй антистресс. Вот хитрый, подождешь. Ну давай хотя бы секретного скрепыша откроем. Не знаю. Секретных я хотела в конце открыть. Ну, Маша, давай откроем. А ты мне что? А я тебе своих секретных скрепышей покажу. Хорошо, ты первый. Вот тебе целый скрепышиный букет. Ух ты! Ого! И где ты взял такие скрепыши? И это секрет. Ну скажи. Не скажу. Не зря же они секретные. Ребята, а вы догадались, как Ластик сделал такие скрепыши? Ладно, секретного скрепыша заслужил. Ух ты, скелет в наушниках. Да, Ластик, это музоныш. Приклеим его в альбом. А я помню, из какой он акции. Да, я уже заметила. А теперь продолжаем искать повторки. Маша, одна повторка нам сегодня уже попалась. И что? На сегодня хватит. Посмотрим. Нет, Ластик, ты не угадал. Ой, опять целая кастрюля капучино. Еще один пакетик. И еще один ленивыш. Маша, ты какие-то неправильные пакетики открываешь. Сейчас открою правильный. Нет, Маша, я думаю, правильно будет открыть суперсекретный. Вот этот. Нет, его мы откроем потом. В конце видео? В следующий раз. Ты же обещала, если прошлое видео наберет много просмотров, мы откроем суперсекретный пакетик. Нет, Ластик, я обещала, когда оно наберет очень много просмотров. А что, их немного, да? Нет, Ластик, много, но пока не очень. А если все зрители сейчас поставят лайк, то откроем? Ну, если все, то откроем, только попозже. Ребята, вы мне поможете? Я
очень хочу увидеть, что в этом пакетике. Ластик, перестань лайки выпрашивать и давай откроем бумажный пакетик. И здесь у нас скейтыш. Такой настоящий у нас уже есть. Давайте его приклеим. И еще один бумажный пакетик. Секретный? Не очень. Настоящая пельмешка в нашей коллекции тоже есть. А сейчас секретный? Нет, Ластик, сейчас розовый. Посмотрим, что у нас тут за повторка. И доставка у нас уже третья. Откроем красный пакетик. Ребята, вы уже видите, что там? Маша, ты что, специально? Нет, Ластик, я совершенно случайно. Мне срочно нужен второй антистресс. Хорошо, сейчас откроем. Ух ты, это геймыш! Да, Ластик, настоящий антистресс. Имба. Мне зрители рассказали. Круто. А ты откуда знаешь? Ластик, у меня для тебя есть еще один сюрприз. Ух ты! И теперь я самый крутой. Пока не самый. Вот так лучше. Можно продолжать распаковку. Откроем бумажный пакетик. И здесь у нас матрёныш. Это не повторка, но сегодня он у нас уже второй. Давайте приклеим. И откроем второй секретный пакетик. И в розовом пакетике у нас розовая пантера. А почему ее зовут Гудыш, а не Пантерыш? Потому что это был Сикерс Гуд. Вредная. Неправда. Тогда открой суперсекретный. Ладно, открою. Только сначала найдем оставшиеся повторки. А может новые? Нет, Ластик, я угадала. Это опять капучиныш. Тоже третий. Еще один пакетик. И это влюбленыш. Что, опять? Ластик, он только второй. И даже антистрессов не осталось. Ладно, вместо антистресса откроем суперсекретный пакетик. Ура! Наконец-то! Ты рано радуешься. Может, тебе еще не понравится этот скрипыш? Супер пандыш. Он с блестками и звездами. А еще он немножко объемный. Да, Ластик, он отличается от всех остальных скрипышей. Ну все, я пошел. Ластик супер пандыша мы тоже приклеим в альбом. Последний пакетик. Ластик, ты был прав. Здесь еще одна повторка. Это уже третий ленивыш. Не расстраивайся, у нас осталось еще два бумажных пакетика. А вдруг там тоже повторки? Все может быть. Но это не повторка, это топыш. Приклеим в альбом. И откроем оставшийся пакетик.
И это скрепыш «Моя цена». Сегодня нам попался только один новый скрепыш. Зато теперь у меня есть супер-кандыш. Милки, а ты на распаковку опоздал. Приходи в следующий раз.